Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас такой расслабончик будет, побегаем по акциям, по английскому серверу. Как видите, у меня уже 636 тысяч силы. А что это означает? Это означает, что я уже наконец-то апнул следующего героя на двадцатку. Это у нас вот такая вот седна. Хотите увидеть на нее обзорчик, пишите в комментах. И я постараюсь вам на завтра ее запилить, если будет много желающих, потому что есть куча других героев на обзоре. В общем, такая вот сборка. Бешеная просто. Так, окей. Что у нас сегодня интересного на английском? Лаваника пак за 10 баксов, как видите. То есть сводника можно уже очень дешево собрать здесь. Так. Это у нас такое. Ну, рынок здесь, как обычно, топовый. Все для народа. Вот так вот. Так, что у меня по скинам? Валька и Купидон остались недособраны. Так, окей, поехали по акциям, полазим. Пирата я вам уже сегодня показал. Реально очень крутой. Также у нас сегодня молоточек был, грома есть. Ну, давайте пощелкаем немножко. Посмотрим, что с этого получится. Ну, вот видите, сундуки здесь начали давать первые с них. Ну, в принципе, я же говорю, для бездоната вообще реально кайф. Ну, как видите, в основном тоже, как и у нас, в основном все низ сыпет. Не особо они здесь заморачиваются над тем, чтобы менять их. Ну, можно скин собрать еще один. То есть все сделано для того, чтобы даже без доната, которые копят там, самики чувствовали себя вполне хорошо. Ну, награды здесь такие себе, не знаю, пират лучше в пирата поиграть. Так. Окей, поехали, посмотрим, что здесь есть. Shipping Free, я в него бегаю, играю, очень-очень интересная тема, особенно здесь. Сегодня у нас еще улучшили, через 2 часа обратно заберу, по 200, как видите, продают, соответственно, я уже смог улучшить седну, и следующее у меня будет, скорее всего, Фрейка, а потом дальше уже остальных буду. Пишите в комментах, кого вы хотите увидеть на 20-м. Ну, Анубис, конечно, получился просто жестокий. Так, окей, что у нас тут? Tower Gifts, бонус. Поехали, Treasure Chest. Как всегда, играем с багами. Так, окей, открываем. Дракос. Тут мы сейчас быстренько пооткрываем. Эковка. Может, что-то интересное словим. Психощит. Валентина. Ну, тоже, в принципе, довольно-таки неплохо. Так, пэт. Скулкнайт. Психощит. Опять Валька. Кенди. Лео. Ну, неплохо герои падают, я вам скажу. Отсюда был рассорника вытащил. Вот Триант. Одер. Дракон, по-моему. Арктика вроде, или нет, дракон обычный. Гаргул. Ничего себе. Дед Мороз. Нифига себе, ну, сыпет. Надавали нам героев. Посмотрим. Такс. Ну, в принципе, неплохо. Поехали дальше. Так, что у нас еще тут интересного есть? Lucky Flipping, поехали. Посмотрим, что мы здесь сможем словить. Блин, все никак не доберусь. Так, Леди Лео. Тут больше всего, по-моему, Леди Лео и Трианта дают. Вот такие себе здесь герои падают. Но иногда бывает заходит.
Я не снимаю вам это все, потому что оно все однотипное, неинтересное. Так. Ну, давайте что-то интересное. Да, как видите, к сожалению, варлок. А, вот еще одна, еще Арктика, там драконы, тут Арктику. Так, Леделева, малышник, ну такое себе. Так, императорская кузница, идем посмотрим, что здесь. Ну, здесь, как обычно, ничего не меняется. Поехали, как обычно, зафейлим. Некроса. Это нормальное явление, ребят. Так, Smash and Win, давайте сюда. Покер-матчер я уже, думаю, не буду вам снимать. Но... Сейчас посмотрим, сколько у меня там попыток. О, Дрейк. Еще один Дрейк. Нифига себе, еще один Дрейк. Еще дракон. Нифига себе. Посмотрите, сколько я сегодня драконов вытащил. Вот и все. Закончились яйки. Идем сюда и пойдем открывать плюшечки, которые мы накопили. Думаю, завтра будет уже обнова у нас. О, отлично. Так, ну что, давайте поиграем, в принципе. Попыток не так уж у нас и много, поэтому можно позадротствовать. Попробуем десяточку словить. Так, валет, дама. Намудрил что-то я. Да, что-то я перемудрил. Так, пробуем шестерку. Валетика словить. Самая верняковая комбинация здесь, ну то, о чем я вам говорил, забрали. Опять раздачу. 6-8-6-8. И сейчас по-любому еще раз затащим, увидите. Во всех комбинаций, которые я перепробовал, эти очень часто падают. Вот, видите. Change. Так, опять сдачу. Ничего себе, посмотрите. Фига себе, ребята, так это вообще жесть. Прикольно. Hit flash. Фига себе. Одной масти еще. Круто. Ну, что я могу вам сказать? Круто получилось у нас. Только за него я не знаю. А, вот он. Рид флэш. Так, ну чё, забираем, смотрим, чё там. Prime Hero Card, талант, аргументация, два камешка. Такое себе. Но все равно прикольненько. Так, окей. Ну, еще раз мы словим стрит флэш. Ну, вот смотрите, это вообще жесть, прет прям. Так, окей, поехали. Самое главное не пропустить, надо будет будильник на 9 навести, что обновляться будет награды в Shopping Free, потому что там просто разгребают камни. Ну, максимум, что я успевал, это 4 камня с 30 забрать. То есть со всего сервера максимум, что я смог вытащить. Вот тут, думаю, уже все, вряд ли мы сейчас вытащим двойку или девятку, но шанс, конечно же, есть. Вот так вот.
Вот верняковая комбинация, ребят. Ай, не то поменял. Так, ладно, окей, поехали. Просто поздаем, посмотрим. Так тоже, кстати, мы были, бегали, ну, по-моему, на китайке. Там тоже нормально натащили просто от фонаря. Но здесь такое, по-моему, не один, два раза дало. Так, еще, нифига себе. Нифига себе, ребята, вот это прет. Все. Так, окей. Сейчас у меня там куча плюх пропадет, как всегда. Потому что в рюкзаке у нас здесь, ну, в почте перелимит. Так, вот такие вот плюшечки мы забрали. Смотрим, что тут у нас. 110 кулаков на книге, плюс пусть забирают, а кулачки мы сейчас обязательно заберем. Так, надо подкупить нас. Что тут у нас заканчивается? Камешки можно взять. Камешка взяли. Так. Вот так вот. Так, смотрим, что у нас по гифт-пакам есть. Две карточки давайте открываем. Такое себе. Давайте эти заюзаем. Стрелок. Неплохо. А тут что у нас будет? Бум-бум. Пайка не упала. Так, первые карты. Первые сундуки, точнее. Карточки еще. Видите, книги в перлимит ушли, и все, и на этом все закончилось. Анубиса словили. Вот так вот тоже, в принципе, неплохо. Вторые у нас по сундуках я не смогу открывать. Эти карты я пока не хочу трогать. Третья. А вот эти, кстати, можно пооткрывать. 45 смен, 30 смен, нифига себе дало смен. 45 опять, 30, фига себе. Вот это, ребята, кайф. Опять в перелимит, что там, кулаки ушли в перелимит. В общем, вот так вот. Так, что у меня еще такого интересного? Ну, руны я пока оставлю. Давайте эти пооткрываем. Так, и у нас опять 18 карт, ну, let's go. Вот, наконец-то фраи вытащили. Жестко. Жестко, однако. Так. Надо это все пооткрывать. В общем, вот такая вот, ребят, трушка. Пишите в комментах. Ну, я вам показал, что можно с акции вытащить. В принципе, такое основное показал. Так, вот эти надо юзать. Блин, столько... Надо скупать просто тупо весь этот. Это просто жесть. Некуда девать значки почета. Я уже отсюда скупаю все, что можно. Так, все. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.